Белорусская транспортная неделя открылась сегодня в Минске. Участие в ней принимают делегации из 11 стран. Отечественные и зарубежные эксперты представят последние технологические решения в области транспорта и логистики. Также в рамках форума пройдут Белорусский транспортно-логистический конгресс и международная специализированная выставка. Свои стенды подготовили около 70 организаций из 9 стран. Транспортная система Беларуси представлена железнодорожным, автомобильным, водным, личным, воздушным и магистральным транспортом. Через территорию страны проходят пути, соединяющие государства Евросоюза с Россией, Казахстаном и другими азиатскими странами. Беларусь пересекают два крупных паневропейских транспортных коридора. По территории проходят важнейшие трубопроводные магистрали. В прошлом году было перевезено около 450 миллионов тонн различных грузов. По предварительным данным, доля транспорта и связи в ВВП республики в 2015-м составила почти 8%. Сегодня в стране работает 38 логистических центров. 20 из них создано в рамках программы развития логистической системы Беларуси на период до 2015 года. 11 центров позволяют проводить таможенное оформление поступающих грузов. 8 являются мультимодальными. В настоящее время реализуется 5-летняя государственная программа развития логистической системы республики. Ее основная задача – удвоить доход от логистической деятельности к 2020 году.